На встрече с представителями бизнеса присутствовали руководители сразу нескольких министерств. Большую часть вопросов старались решить на месте. Предприниматель из Улетовского района, который работает в сфере строительства, пришел на прием со своей проблемой. Он часто берет подряды на строительство муниципальных помещений. Так, в 2015 и 2017 году достраивать два объекта ему пришлось за счет собственных средств. Сейчас предприниматель пытается вернуть вложенные деньги. В 2015 году нами был построен детский сад, Болезский район, село Житка. И по сей день 25 мест было выкуплено у нас, а 15 так и не выкуплено. Как бы второе помещение стоит пустое. И хотелось бы обратиться с просьбой, если уж под детский сад нет нужды, как бы приобрести это помещение. Может быть, под фельдшерско-акушерский пункт или еще по что-то. И второй вопрос. В прошлом году, значит, мы реконструкцию произвели Дома культуры, поселок Ленинский Улетовского района. То же самое. Не хватило средств в сумме там 1 250 000. Тоже хотелось бы как-то деньги вернуть, но вот обратился с просьбой к Александру Сергеевичу. Но Александр Сергеевич заверил, как бы обнадежил, что все-таки эти вопросы решатся. Сегодня на встречу с первым вице-премьером правительства региона Александром Кулаковым пришли 5 представителей забайкальского бизнеса. Юлия Тимошенко, Анна Хвостова, Анатолий Тюльнев. Время новостей.